Вопросы по решению проблем с зубами имеют глубокую историю. Сегодня без особого труда в любой стоматологической клинике можно удалить ноющий или остро болящий зуб, поставить пломбу с гарантией на много лет, покрыть остаток зуба драгоценной или белой коронкой, или еще много чего. Но зубы все равно продолжают портиться. И к определенному возрасту у некоторых людей зубов практически не остается. Если остается, то в виде протезов. Причины разрушения зубов до сего времени практически не изучались. Исследования в этой области не велись, и особо значимых знаний в этой области практически нет. В этом выпуске киножурнала мы лишь немного приоткроем причину потери зубов. Под причиной мы не подразумеваем поедание шоколада, конфет, пользование плохой зубной пастой, недостаточное содержание кальция в пище. Это не причины. Это лишь уровень стимуляции процесса потери зубов. Здесь все нарисовано, поэтому я говорю, есть специфика. Зуб очень специфичный был действительно орган. Если вы помните, вот тот, кто ходил на мои прежние семинары, здесь просто очень много новых людей, но те, кто ходил на мои старые семинары, помнят, что меня все время спрашивали о зубах, а я все время конфузился. Я говорил, ну вот никак. Потому что очень сложно, как с волосами, так и с зубами. Оказалось, орган, который имеет и внутреннее свое проявление, и внешнее. И оказалось, что там немножко другая технология. В фонде Аркадия Петрова с 2004 года все чаще и чаще на семинарах задавался вопрос. Вы регенерируете зубы, а зубы восстановить можно? Теперь можно ответить «да». Такие вопросы мы решаем. Но это вопрос плотной совместной работы. Однако восстановление зуба или нескольких зубов еще не решает проблем человека. Остается главный вопрос – насколько затронута причина заболевания? В чем состоит основной вопрос? В осознанности этих причин, в глубоком понимании. Почему все так стоит серьезно? Потому что больной зуб в ряде случаев предохраняет человека от большего разрушения организма. Если зуб восстановить без осознания причин и глубокого понимания, то проблема проявляется в другом органе и может быть гораздо более ощутимой. Но это осознается людьми не сразу. А теперь начнем с истории технологии регенерации зубов в фонде Аркадия Петрова. Одно из первых свидетельств регенерации зубов пришло с Дальнего Востока от одной из наших учениц, Ирины Рудаковой. Она живет в городе Владивосток. Интересно подметить, что она медицинский работник. Я свидетельствую, что у меня выросли зубы за месяц. Прочитала. Это коренные зубы, я их вам не могу показать. Я прочитала книгу, поверила. Книга очень сильное воздействие произвела на меня. Пошла, училась на второй ступени, это уже как продолжение учебы. Первая книга, потом учеба. Поставила целью вырастить зубы к приезду Аркадия Наумыча. Ровно за месяц. А все остальные зубы, еще там их 32 намечается. За год. Ну вот ровно через месяц у меня зубы выросли. А зубной врач это засвидетельствовал. Ирина Рудакова провела серьезное исследование своего организма на предмет порчи зубов. И выявила очень интересные результаты. Я могу рассказать вам очень интересные наблюдения, которыми я могу поделиться с вами по нормированию челюстно-лицевой области своей, по технологиям Аркадия Наумовича Петрова. Все то, о чем я буду рассказывать, происходит начиная с мая месяца, с того момента, когда я впервые открыла первую страницу книги. Мысли о том, что зубы могут расти, они меня посещали уже много лет. Отсутствие зубов в течение лет 20 и только два своих зуба, остальное все протезы, и все это вызывало беспокойство. Но когда-то в 86-м году я прочитала «Цигун Спорт» был журнал, и там было описание, что у человека выросли зубы. И эта мысль всегда была у меня. И когда вдруг это подтверждение было написано в книге, я сразу поняла, что вот я зубы буду с этого момента растить. И какие-то процессы в организме происходили. Прочитав три книги за три недели, я попадаю сразу на семинар, на тренинг по учению Аркадия Наумовича Петрова
древо жизни. И изучаю новые технологии. И с первого момента, момента попадания в атмосферу, в которой все работало в этих технологиях, у меня начали расти зубы. Причем задачу я поставила непростую, ни один, ни два зуба, а один зуб через месяц и 32 зуба за год. Через месяц ровно у меня появилось то, что напоминало зуб, и знакомый зубной врач мне сказал: «Да, это зуб». Я обрадовалась и всем стала рассказывать, что это так. Остальные зубы росли. Во рту было постоянное ощущение электрического тока, болевые ощущения. То есть эти состояния, эти ощущения, они сохраняются на протяжении всех дней, вот эти месяцы с мая. Май, июнь, июль, август, сентябрь. То есть вот каждый день эти ощущения во рту есть. На тот момент, когда я хотела зафиксировать этот результат, ну, имеющихся изменений во рту, у официальной медицины, у стоматологов, ну, как бы четких подтверждений на тот момент не было о том, что ситуация такая, как я хочу. Тем не менее, я получила справку о состоянии своей полости рта, и только после этой справки начал расти настоящий зуб. То есть вроде как мой организм дожидался того момента, когда я зафиксирую это документально. И это была точка отсчета, от которой пошли изменения более значительные. На настоящий момент времени идет нормирование челюстно-лицевой зоны. Отмечается увеличение размеров того зуба, о котором я говорю, и прорезывание других зубов. И понимаете, я думала, что они уже к этому моменту у меня будут в громадном количестве стоять во рту. Но сегодня произошло переосмысливание ситуации, и я поняла, что происходит. Каждый зуб связан со всем организмом, со всеми органами в теле. И пока тело не готово измениться, каждый орган тела, каждая клетка, до этого самого момента не будет появления тех изменений во рту, это видимые показатели изменений внутренних, которых ты ждешь. Но если уже начинают появляться нормальные зубы, здоровые зубы, которые все видят, то это показатель очень важный. Это значит, что где-то изменилась печень, где-то изменилась селезенка, где-то изменилась поджелудочная, может быть, сердце. То есть все органы связаны меридианами, каналами. Не менее интересный случай, свидетельство о регенерации зубов, привезла Галина Нищеретова. Она начала процесс регенерации самостоятельно в ходе чтения трилогии «Сотворение мира» Аркадия Петрова. Я Нищеретова Галина, живу в городе Кургане, свидетельствую о том, что после прочтения трехтомника Аркадия Наумовича Петрова «Сотворение мира» у меня произошла регенерация двух верхних коренных зубов. У меня стояли такой золотой мостик, и он вдруг зашатался. Когда он у меня сошел, я огорчилась. И буквально через месяц была отечность десен, как бы десно набухло. Я просто подумала, что это воспалительный процесс. А потом языком обнаружила, что острые у меня появились зубки. Во время прочтения в книге там был такой фрагмент, когда автор рассказывает о том, что происходит регенерация зубов. И я подумала, неужели такое возможно со мной? И как было бы это хорошо, если бы у меня выросли эти зубки? В декабре 2005 года было принято решение о передаче технологии регенерации зубов всем желающим. Эти люди собирались на специальные семинары по регенерации органов, где в конце семинара проводился запуск регенерации определенного органа, в частности, зубов. Эти семинары проводятся ежемесячно. Можно сказать, что сегодня особый день. Мы начинаем передавать эти технологии. Не просто запускаем, а мы еще и вам их даем. Вы видите, для вас сделаны все шпаргалки на листочках, на этих. То есть мы вам даем эти знания с тем, чтобы вы могли ими пользоваться. И такие у нас встречи по разным, так сказать, технологиям будут проходить буквально каждую неделю. Значит, режим нашей работы будет таков. Вот сегодня здесь собрались люди, которые будут регенерировать
зубы. Причем любые зубы, которых у вас нет. Мы не выбираем какой-то один зуб. Мы говорим о всех зубах, которые надо восстановить. Значит, сегодня здесь уже все подготовлено. Может, для кого-то это странно звучит, но мы действительно готовились для того, чтобы здесь все это произошло. И произошло очень быстро, и шло очень уверенно к результату. Эта группа раз приблизительно в неделю после Нового года, еще в течение 2 месяцев, будет собираться в этом составе, и мы будем проводить, так сказать, необходимые доработки. Если будет у кого-то возникать там задержка роста или что-то, чтобы простимулировать этот процесс. То есть приблизительно 1.5-2 месяца, ну вот где-то с середины января, потому что до середины января у вас будет вот от этого импульса все идти, а потом в середине января мы с вами еще, значит, будем несколько раз встречаться по зубам. Точно так же мы сейчас запускаем регенерацию других органов, то есть на той неделе у нас там будет по желчному пузырю в понедельник, потом репродуктивные женские органы в среду, и вот в этом году пока все наши новогодние подарки, да? А дальше, в следующем году, мы постепенно будем идти дальше и запускать другие органы. Но при этом я хочу сразу объяснить вам, как мы это все видим. Потому что, честно говоря, мы очень долго колебались. Вот давайте это все в таком виде, то есть, ну как бы уже разжеванном до манной каши, или не давать. Почему мы так колебались? Потому что целью является не восстановление того или иного органа, а изменение мировоззрения. Вот если кто-то из вас вчера смотрел «Мастера Маргариту», да? Там в Варьете, когда посыпались деньги сверху, и все стали их распихивать, и магазин этот на сцене, все побежали одеваться, а потом, когда вышли, не задумываясь, как это все произошло, оказалось, что это платье голого короля. Вот чтобы никому не попадать в такое положение, понимая, что дар-то может быть, и даров даже будет, может быть очень много, но это определенный кредит. Потому что дармовым никогда ничего хорошего сделать невозможно. Можно только опаразитить свое сознание. Это надо понимать. Вот если вы это понимаете, если, получая вот этот дар, допустим, в виде налоги, в виде тех зубов, которые восстановятся, вы после этого начнете очень непростой труд постижения, нового постижения мира, нового миропонимания, а по сути дела надо все изменить. Мы жили в одной реальности, надо переходить в другую реальность. Ведь надо же понять, почему это произошло, ведь это не просто так происходит. Это же не чудо, мы же никому не говорим о чуде. Мы говорим о знаниях и технологиях. Вот это является обязательным условием. То есть с этого мгновения люди должны кардинально изменить свой взгляд на мир. Надо научиться управлять со своим сознанием. А мы о чем говорим? А мы об этом и говорим, и мы вам даем уже знания. И более того, мы говорим, что и это технология, поймите. Это технология, но надо иметь еще идеологию. Надо понимать, для чего это все делается. Если вы воспримете это, вот я сейчас эти зубы могу выращивать, я на этом бизнес построю, я на этом еще что-то сделаю, извините, вы не туда придете. Не туда просто. Мы это вам даем не для этого. Еще раз говорю, мы вам даем для того, чтобы изменилось ваше мировоззрение, ваше миропонимание стало другим. Вот для чего это дается. Начиная с этих семинаров по запуску регенерации органов в группе, в фонд стали поступать свидетельства регенерации зубов или решения различных зубных заболеваний. Одним из первых свидетельств регенерации зуба появилось свидетельство из Донецка от Валентины Цибель. Это самое первое свидетельство, снятое на видео, где можно хорошо увидеть рождающийся зуб. Читав сначала феномен тысячелетия, потом его именно кодовая книга. Вот. Ну, много. А воскрешение это были
настолько близки книгами, я по кодовой системе, значит, так. Валентина, у меня еще такой вопрос. Вот мы не так давно запускали регенерацию зубов. И вы были, кстати, последние в этой группе. Вы опоздали на занятия, на эту регенерацию. Я даже и даже были в коридоре, потому что уже в зале не было места, когда все это началось. А получилось так, что вы в этой группе самой первой, у кого вот регенерировался зуб. Можно об этом немножко рассказать? Да, действительно, я опоздала. Но вот когда вы говорили как раз об импульсе, вы послали импульс. Я застала, я все записываю на диктофон, у меня все. Вот. Потом еще такой вот план был у меня, именно выстраивание по стволовой клетке, вот голограмму. Ну да, я приезжала домой, я вечером, вот, часам 10 я ложусь, я выстраиваю вот эти вот стволовые клетки. Но еще одно, я почему-то, у меня же протезирование впереди, думаю, вот хорошо бы сначала здесь у меня выросли зубы. Угу. Я сама себе, кстати, запрограммировала. Потому что, думаю, на рынке стою, если начну зубы расти, это же протез придется снять, как общаться. Но вот, думаю, сначала здесь попробовать. И вдруг у меня начинается вот боль, коронка стоит. Думаю, наверное, воспалилась десна. И я и ротокана полоскаю, золотой луз полоскаю, все. Потом начинается кровотечение, ну как кровь, вот, чищу. Ну что так? Вдруг снимаю я протез, а у меня там зуб под ним, острый. Думаю, что неправильно, какой-то острый сильно, или осколок. 5 лет, как вырвала зуб. У меня документы есть. Я, кстати, возьму. Мне Дмитрий Дмитриевич постоянно лечит. У него есть все документальные. Ну, это в Донецке там, да? И я вот возьму эти документы и смотрю. Я зуб, но не могла ошибиться. Начинаю смотреть в зеркало. Сегодня, кстати, показывала всем здесь этот зуб. В зале, да? Да. Ваша группа. И наша группа, и инструктора, потому что не всем верится, как это. Ну, покажем, ну, давайте. Не проблема, не вопрос. Смотрите, это ж он отличается, кстати, по цвету, потому что он белый. У меня зубы не очень белые. Не знаю, за счет чего хоть чище, но этот растет совершенно белый, острый. А хотя я думала, что он должен быть плоский почему-то. Если он большой, сначала идет такой. Вот. Это все отмечали, у кого начинался регенерация зубов, что сначала идет остренький такой. Кстати, сегодня, когда вот импульс опять давали, как вы себя почувствовали в зале? Я скажу так, у меня сдавило первое это горло. Я так воротник, думаю, или свитер. Но потом чувствую, от щитовидки пошел вот такой вот импульс и онемение по всем губам. Полностью онемели губы. А потом уже небольшое ощущение было на зубах. Если бы вы знали, как вы точно рассказываете, потому что действительно, когда идет регенерация зубов, то мы устанавливаем связь, потому что каждый зуб связан с определенным органом. Это немногие знают, но это так и есть. И для того, чтобы, поскольку мы работаем сейчас с большими аудиториями, с залами, да, для того, чтобы не проводить вот дифференцированную вот эту связь от каждого зуба, как к органу, с которым он должен быть в связке, мы это все завязали на щитовидную железу. И поэтому вот когда вы сейчас сказали о том, что у вас сначала щитовидную железу перехватило. Вопрос задал. Вы знаете, меня прямо душит. Нормально ли это? Из Риги поступила интересная видеозапись занятия, которое проводит врач-стоматолог. Этот врач использует технологии регенерации зубов фонда Аркадия Петрова, которая передавалась всем желающим на семинарах по регенерации органов с декабря 2005 года. Поднимите руки, у кого удалены какие-нибудь внутренние органы. Или это аппендикс, или это миндалины, или это желчный пузырь, да. Или это матка. Есть. 2. Так, вы знаете, что регенерация зубов и регенерация волос – это одна из самых сложных регенераций. Цель нашей сегодняшней работы – это восстановление зубов до нормы методом регенерации по технологиям Аркадия Наумовича Петрова. Это первое. Вторая задача наша – это создать информационное событие, вокруг которого ваши врачи-стоматологи будут чесать затылки и говорить: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». А на это мы с вами ответим: «Никогда не говори никогда, потому что то, что было невероятным вчера, сегодня имеет место быть». Но, к сожалению, ничего в мире не меняется так медленно, как наше сознание. Мы по молодости, без сожаления, думно удаляем свои зубы, потом
делаем мосты, потом делаем парциальные протезы, тотальные протезы, и совершенно не задумываемся над тем, почему же, например, ящерица может восстановить свой хвост, крокодил может восстановить свой потерянный в битве зуб, а мы, созданные по образу и подобию, довольствуемся какими-то обыкновенными, совершенно чуждыми нашему организму протезами. Да все потому, что человечество избрало техногенный путь развития, а он оказался намного легче, чем духовный. Согласитесь со мной, что поставить на сегодняшний день мастовидный протез или сделать парциальную пластинку в любой фирме можно за 2 недели, а регенерировать зуб вряд ли нам удастся за 2 недели. Чтобы вы осознанно могли подойти к процессу регенерации зубов, я еще остановлюсь. Несколько слов скажу о стволовых клетках, потому что нам с вами надо будет работать с этим. Ну, в организме человека большое количество клеток. Ну, по разным авторам от 70 до 90 триллионов клеток. И в каждой клетке ежесекунда проходит 9 триллионов реакций. Вы только вдумайтесь, 9 триллионов реакций ежесекундно в каждой клетке. Нас интересуют с вами стволовые клетки. Стволовые клетки – это уникальные клетки. Это клетки, которые не имеют специализации и способны к размножению, и способны давать любую ткань человеческого организма. Стволовые клетки могут превращаться в венди. Могут превращаться в организме человека в любую ткань взрослого организма. И в костную ткань, и в мышечную, и в нервную ткань, и в клетки печени, и в клетки поджелудочной железы. Где же находятся эти уникальные стволовые клетки? Они находятся в костном мозге, плоских костей. Не путайте, не в спинном мозге, а в костном мозге плоских и трубчатых костей. Так что мы сейчас импульсом выстраиваем голограмму корня здорового зуба. Для этого сознанием заходим в хромосому, высвечиваем энергоинформационный каркас здорового зуба. Мысленно высвечиваем каркас здорового зуба, который мы регенерируем. Мы даем, как бы выбиваем. На эту вот, касается этот импульс. И 2 клеточки. Касается этой первой клеточки, еще 2 клеточки, 5. И таким образом получили 8 клеток. Я так рассказала о закладке. У кого-нибудь есть какие-то ощущения во рту вот в данный момент? Очень сильные, вообще несказанные. У меня была одна пациентка после наших занятий на приеме, и она сказала: вы знаете, я пришла домой, я не могла найти себе места. У меня так все пульсировало в местах отсутствующих зубов, и так все ныло, и я поняла, наконец, тех маленьких детей, тех младенцев, у которых режутся зубы, почему они такие беспокойные и не могут найти себе места. Я не могла себе найти места. Вот такие, это, вероятно, зависит от того, что у кого более развито воображение. Это уже она очень прекрасно развито и воображение, и ясновидение, поэтому она ощутила. А когда я читаю лекцию, мне все время постоянно вибрирует и ноет эти кроки, которые отсутствуют. А вот, простите, да? А вот уже, значит, 8-ка у меня, значит, она произвела такую горизонтальную форму, она дала такой импульс вот от первой клетки, и когда это 9-я клетка, он уже у меня начал резаться, но все перешло на всю полость, начали работать обе стороны, верхняя челюсть, а язык, он вообще, ну, если так говорить, совсем по-земному, распух. И он уже не вмещается там от них слов. Я уже думаю, может быть, водички попить. Вот потрясающее чувство. Вот, нет сомнения. Весь фокус в том, что мы все разные. Понимаете, у нее моментально... В мае 2006 года из Красноярска поступили 2 свидетельства по решению заболеваний, связанных с зубами. Что примечательно, в одном из случаев свидетельствует сам врач-стоматолог. Здравствуйте. Меня зовут Голованова Ирина Викторовна, я врач-стоматолог. Я хочу рассказать о своих личных ощущениях по поводу регенерации зубов.
Так как я считаю, что данная методика касается не только восстановления отсутствующих зубов, но и зубов, которые имеют какую-либо патологию или лечены по какой-либо патологии по поводу либо пульпита, либо периодонтита. Я хочу рассказать о том, что я сама лично присутствовала 16 февраля 2006 года на запуске регенерации зубов здесь у нас в Красноярске. И вот я хочу рассказать о своих личных ощущениях. Значит, мой зуб 7, верхний слева, был лечен по поводу острого периодонтита. Полностью запломбированы все каналы, но периодически после переохлаждения возникали обострения хронического периодонтита. То есть, естественно, признаки хронического периодонтита были боли, и наблюдались признаки хронического гингивита. Во время запуска регенерации 16 февраля 2006 года я именно работала на вот 7 верхний слева зуб. Мои личные ощущения: появились боль, такая легкая, вот как говорят, приятная боль. Приятная ноющая боль в области 7 верхнего левого зуба. Чувство распирания, чувство легкого зуда. Затем эта работа по методике была перенесена на все остальные зубы, которые в этом нуждаются. Но я также сама лично в течение 15 дней после запуска регенерации занималась пульсатофоном во время 21.00 по 21.15 по красноярскому времени. И во время повторного запуска регенерации также в данном зубе, который имеет патологию, наблюдались чувство распирания, чувство легкой боли, чувство легкого зуда. Затем я немножко изменила методику, как мне уже потом подсказали, так как я сама занималась и на первой ступени древа жизни, и на второй ступени. Я изменила немножко по методике и стала давать просто как бы поддерживающий регенерацию импульс через сферу макроуправления, которая находится в районе Останкинской телебашни в городе Москве. И ощущения изменились, то есть ощущения стали более позитивные, и я стала замечать, что боль, она уходит, и ее практически нет. И вот с февраля по сегодняшний момент, у нас, кстати, вот 9 мая в группе запускали еще раз регенерацию зубов, и вот после этого все ощущения именно в 7 и во всех остальных личных зубах прекратились, и в период вот с 16 февраля по вот сегодняшний день, 10 мая, я могу сказать, что после переохлаждения обострения хронического периодонтита на 7 верхнем левом я больше не наблюдала. И объективно по поводу хронического гингивита могу сказать, что его признаки сейчас тоже отсутствуют. Могу сказать также еще о том, что я не только чувствовала, но и видела, так как после прохождения первой ступени древа жизни открылось ясновидение, я видела именно, как проходил сам процесс запуска регенерации. То есть видела, как берется стволовая клетка, как она становится именно в то самое место, которое нужно в данном конкретном случае, как происходит дифференцировка клеток, как происходит их потом дихотомическое деление. То есть это все настолько интересно и необычно для меня, как для профессионала, свои личные ощущения. Это, конечно, имеет очень большое значение.
Я слышала, что у людей у нас в Красноярске после запуска регенерации растут зубы. Лично я их не видела, но очень хотелось бы встретиться, посмотреть, поговорить, сравнить ощущения. И... Второй случай комментирует этот же врач-стоматолог, и этот случай тоже не менее интересен. Здравствуйте, меня зовут Кеннер Катя, я медицинский работник. Я обратилась 3 месяца назад, я обратилась к стоматологу по поводу пародонтоза. 2 зуба на нижней челюсти, они стали у меня расшатываться, шевелиться, и уже как бы предполагалось шинирование. С моим стоматологом было предложено шинирование. От этой методики я отказалась и попала на лекцию Аркадия Наумовича Петрова. Тогда я решила использовать эти технологии, использовать этот метод работы, и у меня получились очень хорошие результаты. Результаты спустя 3 месяца, когда я сделала повторный снимок, то есть все эти результаты были зафиксированы на снимке. Появилась костная ткань, зубы зафиксировались, они перестали шевелиться. Вот. То есть, ну, стоматолог, конечно, мой пришел в такое недоумение. Я хочу прокомментировать как врач-стоматолог данную ситуацию. Я не являюсь лечащим врачом данного человека, но прокомментировать данный факт я могу. То есть мы видим 2 снимка, разница в 3 месяца. На первом снимке идет явное разрежение костной ткани, убыль костной ткани, то есть, как прокомментировала девушка, что зубы расшатывались, потому что костная ткань убывала. Через 3 месяца уже совершенно другой результат. Костная ткань выросла примерно до половины. То есть примерно на 1/3 она закрывает зуб. Зубы перестали расшатываться. Это именно по технологии регенерации ткани, когда ставятся клетки-стоки, клетки-источники. Когда ставятся клетки-источники, идет нарост, идет нарост недостающей ткани, в данном случае костной ткани, и зубы закрепились. Я хочу немножко дополнить то, что как бы снимки были сделаны через 3 месяца, а результаты были гораздо более ранее, потому что это ощущалось на физическом плане того, что как бы чувствовалось, что происходил какой-то процесс. Процесс это чувствовалось на физическом плане, чувствовалось как сначала это болезненные ощущения были, потом вот просто как какой-то процесс происходил. И это было примерно спустя через неделю после того, как мы стали работать по технологии Аркадия Наумовича Петрова по регенерации зубов. То есть различные ощущения у людей, насколько я слышала, то есть это чувство движения, чувство зуда, чувство распирания. То есть чувствуют люди, что процесс какой-то идет, а потом уже это объективно видно. В данном случае это видно по рентгенограмме. Фонд Аркадия Петрова традиционно выпускает киножурналы «Древо жизни», в которых освещает новости, и в последнее время у них стало много свидетельств. Свидетельств, в частности, регенерации. Одним из последних свидетельств, вот, которые в новом киножурнале будут озвучены, это свидетельство по регенерации зубов. Там будет собрана вся история. Вопрос, в основном возникающий у всех, кто смотрит киножурналы, действительно ли происходят эти регенерации? Регенерация происходит, да, действительно, на самом деле. Есть свидетельства, приносят люди, говорят об этом, показывают, люди даже открывают рот, показывают, что вот растут новые зубы. Медицина принимает? Принимает, медицина принимает. Люди ходили к своим же стоматологам, которые подтверждали, что да, на самом деле это новые зубы. Свидетельства есть. А у вас происходит регенерация и других органов? Да. Что с ними? Какие свидетельства? Уже по каким органам сейчас? Свидетельства есть многие по регенерации репродуктивных органов женских. Они восстанавливаются со всеми функциями обязательно. Так, регенерация, вот недавно мы запускали желчного пузыря аппендикс, да, скажем, регенерация почек. Все это есть. Это происходит как в групповом, так и в индивидуальном порядке? Да, как в индивидуальном, так и в групповом порядке, обязательно. Понятно. Что является свидетельством для вас, что вы требуете от людей предъявить вам в виде доказательства, что у них действительно этот орган вырос? Почему спрашиваю этот вопрос? Потому что многие спрашивают, каким образом вы подтверждаете свидетельство? Ведь сказано, от фонда заявляется, что вы требуете
настоящего официального медицинского подтверждения, да. Что именно вот является в данном случае? Обязательно, да, люди идут на УЗИ, угу. Смотрят, можно компьютерную томографию, где орган показывает, что на самом деле он есть, новый. Во-первых, у них после удаления сохраняются документы, что орган на самом деле удален. Угу. Они, вот, имея вот эту справку, что орган удален, получают от врачей другую справку, что на самом деле орган на месте. Врачи как к этому вообще относятся? Кто как. Кто верит, кто. Понятно. Кто говорит, почему нет? Раз, говорит, у ящерицы возрастает хвост, почему, говорит, у человека не может вырастить орган. Есть такие? Которые уже более так продвинуты, скажем. Хорошо. Что касается вот этого фильма о развитии технологии регенерации зубов в фонде Аркадия Петрова, там звучит вопрос о том, что одна из читательниц, которая вырастила себе зубы, по-моему, Владивостокская, сказала, что она выявила множество внутренних связей, и они очень важны для человека, эти внутренние связи органов с зубами. Вы об этом тоже говорите людям? Да, обязательно, потому что у нас каждый орган связан друг с другом, все органы в организме, так называемыми внутренними связями. Так, и зубы в том числе также связаны с какими-то органами определенными. Да не с какими-то, а в основном со всем организмом они связаны. То есть вот те свидетельства, которые мы на экране видели и увидим, они действительно показывают, что у этих людей, ну, для примера, связь с какими-то органами, можете подтвердить? Я говорю, например, если вот есть же, даже сейчас медики там, да, доказывают, что вот определенные зубы связаны с определенным органом. Исследования такие проводились, обязательно они есть. Ну, допустим, у нас 4 случая здесь освещено. Да, по-разному, да? Да, несколько случаев разные. Есть какой-то конкретный пример, где какой-то орган связан вот с зубами был, и зубы как бы как следствие порушились. Скажем, но все равно, вот даже мало того, что с внутренними, да, связями все это связано, также при нарушении внутренних связей нарушаются внешние связи, выявляются причины, как бы прямая обратная связь, да? Какая-то причина внешняя влияет на причину разрыва этой связи внутри организма. И наоборот, если прорывается внутри связь, то прорывается обязательно в отношениях с людьми, с миром совсем. Например, если человек агрессивный, так скажем, да, страдает печень, а в итоге орган, зуб, который связан с печенью, начинает болеть. Почему в основном многие знают, вот застудили ноги, заболели зубы, да, неперевариваемость в кишечнике какой-то пищи, например, через неделю начинает заболевать зуб. Это прямое доказательство о том, что вот зубы связаны с внутренними органами, в основном с кишечной сферой. Но всем трудно понять. Как же все-таки зубы взаимосвязаны еще и с внешним миром, про который вы сейчас сказали? Как вот это ощутить? Как человеку обратить внимание на то, что у него внешние связи? Вот простой такой пример. Вот что означает зубы? Жевать. Да. Жевать, да, например, скажем. Да. Если чего-то там говорят людям не по зубам, а человек все равно начинает дальше продолжает грызть, заболевают зубы. Не знаю, насколько это понятно, например, или непонятно. Например, что-то не дается человеку, да? Ну, это не его, так скажем. А он все равно старается, вот почему у людей, у других это возможно, у меня нельзя. Он начинает дальше грызть, 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 это все мало то, что, да, и людей начинают грызть. Если это не под силу этому человеку, да, зубы докажут, что тебе это не по зубам, ребята, успокойтесь, ищите другое направление, не надо по головам ходить людям. Понятно. А с чем же тогда связаны? Понятно, то есть человек, ну, понял, что он, приходя к вам, эту причину уже может узнать? Вы занимаетесь? Да, мы обязательно занимаемся, да, мы выявляем эти причины, которые приводят к определенным заболеваниям, не только по зубам, скажем. Человек приходит сюда, мы вместе с ним начинаем выявлять, что привело к тому или иному заболеванию. И часто причина вот такая внешняя оказывается? Да, практически всегда. Потому что люди сами начинают это понимать, что да, они были там-то неправильно, что привело к этому определенному заболеванию. Все взаимосвязано в мире. Что внутри в организме, вот, каждый орган связан друг с другом, что и вовне. Как вот, например, если получается, да, вот почему именно, вот скажем, в человеке сидит страх. Ну, запустил в себя в силу чего-то страх, например, да. И вот каждый раз
встречает, обязательно человек, если в нем сидит страх, будет встречать ситуацию, которая будет приводить ее к страху опять. Происходит накрутка постоянная, внутри создается напряжение, лопается почка, ну, начинает барахлить. Если человек это вовремя осознает, можно всю ситуацию исправить. Мы вот выявляем с человеком, например, почему, чего ты боишься сначала, выясняем. И потом рассматриваем этот страх, стоит ли этого так бояться сильно. Как только человек понял, что это именно его же энергия, что не стоит этого бояться, и почка выздоравливает, он идет радостный по жизни дальше. Но это мы коснулись восстановления органа, да? То есть орган больной, да. Причина, допустим, вот такая внешняя определена, и орган выздоровел. Да. А бывают случаи, я так знаю, что у вас случаи, когда совсем удаленный орган, либо после онкологии, тяжелого заболевания какого-то, поражения органа, да. Он хирургическим путем удален. Причина все равно там похожая? Причина, да. Если вы объясните, что человек запустил регенерацию, то этот орган полностью установится на том месте, где удален. Да, без осложнений каких-либо. И, скажем, в организме все выровняется. Обязательно. Если человек осознал эту причину, да, которая вот привела, скажем, к удалению этого органа, вот удаление, это до какой степени нужно было вот в себе постоянно взращивать этот страх, в случае почки, например, да, скажем, что организм вынужден был отказаться. Ну, как, то есть он жертвует вот этот орган? Жертвует этим органом, да, просто. Понятно. И вот если, как человек... если у человека, вот, бывают же и случаи, здесь же обращение, когда несколько органов у человека отсутствует, о чем это говорит? Один орган, второй орган, третий орган. Не гармоничен он в мире, имеется, да, вот есть очень большие претензии к себе, к миру, к своему окружению. Человек не может понять, что он переделать может только себя. Вот, изменись сам и изменишь ты все вокруг. А вот не надо пытаться, скажем, все. Вот все окружение, весь мир привязать к своему мировоззрению. Вот когда вот этого человека не удается, он начинает рвать себе органы. Просто надрывается. В итоге там раз, один орган, второй, третий. И сам остается, ну не хочешь жить, пожалуйста, на жертву, жертву, жертву своими органами. Спрашивает, ну это просто от незнания. А какие основные проблемы еще возникают ну, вот у людей, которые обращаются к вам? Живущие в городе. Вы же принимаете в городе Москва, здесь достаточно много разных проблем. Как люди их вот... В городе очень много всего сплетено. Просто тогда, во-первых, большое количество народа, разные энергии. Это просто много всего. Здесь как бы очень близко все расположено. Спрашивается, да, вот люди... Думают про политику, увидели по телевизору, что-то там начинает хаять, там все говорить, там. Увидели по телевизору, что-то не так, опять там, да, жалуются на всех и все. Спрашивается им, говори, ну зачем вам это нужно? Это означает то, как мы понимаем просто, да, что чтобы человеку выразиться, это ему нужно, необходимо обязательно, то, что у него внутри кипит там, да, оно обязательно сваливает на кого-то, что вот человек никогда не может себя, вот такой человек, винить во всем, да, а виноваты кто-то. Вместо того, чтобы самому измениться, с другой стороны посмотреть на мир, да, с другими глазами, он начинает винить всех тоже от незнания. Ну а как можно посмотреть на мир другими глазами? Вот как вы это человеку объясняете? Ну, человеку не нравится, например, там экономическое, ну, там денег мало, или политика нашего страны. Вот обычно вот, сразу же. Просто начинается сразу таким же образом. Я человеку говорю, да, вот смотрите, вот вы недовольны своей властью. Вот лично от вас, вот от вашего недовольства что-нибудь там меняется? Он говорит, нет. Я говорю, тогда зачем? Вы сами себя изводите. А к чему это приводит, вот, например, человек недавно? Внутреннему напряжению. Начинает органы, во-первых, скажем, да, вот обменный процесс нарушается мгновенно внутри. Как только давление постоянно, нервы становятся как струны. По ним уже ток проходит не свободно, энергия, которая есть, да? Начинается закупорка, это замыкание просто. Во-первых, и во-вторых, выход из организма, да, тоже тормозится. Начинаются проблемы с мочевым пузырем, с кишечниками, потому что вот он вот ту информацию, которую принимает, свободно отпустить не может. То есть вы хотите сказать, что политические как бы критиканы, они как бы имеют определенные проблемы со здоровьем? Всегда.
то у них голова обязательно, потому что они недовольны этим, а сами ничего не могут делать, а постоянно думают, как изменить политику, да, скажем, вот правительство, а не самого себя, постоянно болит голова. И если он принял эту информацию, всосать не может, как следует, да, запоры. Центр занимается вопросами не только целительства. В центре же еще какие-то происходят консультации, насколько мы знаем, по простым жизненным вопросам. То есть, например, сын наркоман, там, какие-то проблемы с обучением. То есть простые житейские вопросы решаются. Как вот вы можете прокомментировать? Да, приходят люди с такими вопросами тоже. Я говорю, с ним проводятся определенные беседы, чисто уже на психологическую тему, там, да. И с таким вопросом все чаще и чаще обращаются люди. И потому решили мы, вот как время пришло уже, да, так кажется, что мы будем вывешивать это все в интернете в виде маленьких видеороликов и будем отвечать на эти вопросы конкретно уже, что нужно делать людям, чтобы не было таких ситуаций, и как можно им помочь. Будем делать. Эти маленькие фильмы будут, да, иметь профилактические или уже прям можно прикладывать? Ну, можно уже как бы... То есть применять и когда настала ситуация, и как профилактическое, чтобы... Да, чтобы этого не происходило. Говорю, посмотрим, может, говорю, будем передавать какие-нибудь технологии, чтобы люди работали, чтобы отвести, чтобы не было такого, ну, там, не наркомании, там, не алкоголизма, не таких, вообще других вещей. А какие все-таки причины, раз мы коснулись этой темы, наркомания, алкоголизм, ну, так, навскидку, конечно, трудно сразу на этот вопрос ответить. Ну, самое, что первая причина, это люди чувствуют себя одинокими, ненужными, брошенными. То есть недостаток внимания со стороны кого? Начинается с родителей. С детства причина, да? Да, с детства. И не хватает любви просто. Их никогда не любили. И никогда не занимались их чаяниями, да? Вот они чего-то желали, хотели видеть там. Ну, на это просто никто не обращал внимания. Как, ну, брошено. То есть этим человек просто привлекает к себе внимание? Да, только любите, посмотрите, я же тоже живой человек. Вот одна из основных причин, но такое бывает, не любовь и одиночество. Люди начинают искать жить, ну, в своем мире, придуманном. Хотя тут много всех причин, но в большинстве случаев вот так. Этого набора свидетельств вполне достаточно, чтобы понять силу возможностей человека, осознанно относящегося к своей жизни и осознанно пользующегося зачатками силы мысли и других скрытых возможностей. Более глубокие результаты оздоровления достигнуты у тех людей, которые хорошо осознали причины заболеваний, в том числе заболеваний своих зубов. Сами аналитические выводы и комментарии специалистов мы с благодарностью дарим всем, кто предоставил свидетельство, и надеемся, что они позволят всем лучше усвоить уроки жизни. Фонд Аркадия Петрова благодарит всех людей, предоставивших свидетельства для создания этого и последующих киножурналов.